Всем хорошего шабата. Мы приехали в поселок Нерцви, но сегодня мы приехали сюда не за тем, чтобы гулять, тем более я снимал этот поселок несколько раз. А я это видео собираюсь снять каждый год, но все никак не получается. Посмотрите, сколько здесь машин, и это не просто так. Ни для кого не секрет, что Израиль сегодня практически конкурирует с Голландией по экспорту цветов. Еще и потому, что вот эти тософот, дополнения к букетам, эти маленькие цветочки различные, которые выращиваются, собственно говоря, во многих странах, экспортерах. Но в Израиле их можно выращивать круглый год. Кто бывал в Израиле не раз, удивлялись огромному количеству цветов в магазинах цветочных. Но в Израиле можно покупать цветы еще вот таким вот образом. Есть очень много частных хозяйств, больших и маленьких, по всей стране. Мы сейчас в центре страны, но я знаю, что есть и на севере, и на юге. Когда вы приезжаете и идете на поле, вам дают ножницы. Стоит это просто копейки. Как правило, о этих хозяйствах можно узнать в интернете. И в зависимости от сезона разные цветы. Сейчас здесь должны быть астры. Можно купить и цветы в горшках. Дальше засеяны уже другие поля, другими цветами. Нужно зайти в интернет и набрать прохим катифацми. И вы увидите все хозяйства и в центре, и на юге, и на севере. Возможности показать все виды, все сорта. На это бы мне понадобился целый час. Цветочные хозяйства, как правило, работают всю неделю, включая шаббат, до 4-5 часов вечера. Вот так вот все под пленочкой, все с искусственным орошением. Просто невероятно.